Пермским спасателям пришлось выносить людей буквально из потока нечистот. На местном складе канцтоваров прорвало канализационный коллектор. В итоге один из офисов затопило отходами жизнедеятельности. Сами помещения не пострадали, а вот сотрудники офиса до сих пор не могут прийти в себя. Испугались, конечно, как. Выйти не могли из офиса, МЧС вызывали, эвакуировали людей. На столах сидели в офисе, офис весь залило. Содержимое канализации вылилось на проезжую часть, пришлось перекрывать движение. По словам очевидцев, глубина потока достигала полуметра. Пришлось откачивать с помощью специальной техники. Ну а местные коммунальщики происшествия объяснили морозами и пообещали устранить последствия согласно нормативам.